Да, с вами Слава, и вы на канале Тики-Таки Кидс. И мы сегодня будем открывать такие непонятные бомбочки и паука-сложилку. Паук-липучка? Да. И пакетики с сюрпризами. Он страшный паук. Бомба-сюрприз это у нас пакетики. Такие тоненькие, маленькие. Здесь вот нарисовано, что нужно кулаком ударить по пакетику, и получится какой-то сюрприз. Еще такой интересный пакетик с Мишкой, с сердечком. Тоже бомбочки здесь. И здесь точно так. Ну что, Ярослава, давай начнем с бомбочек, а потом откроем паука. Или паука? Паука. Ну давай паука. Я буду открывать паука. Давай покажем ребятам, какой он паук. Он что, одноглазый? У него один глаз, рот. Какой-то интересный паук. Ну, давай его откроем. Интересно. Ой, Антоша, не падай. Он, наверное, со страха упал. Со страха упал? Интересно, как же он будет липнуть? Нужно посмотреть. Да что такое? Понятно, как он достается. Давай попробуем разрезать. Наверное, ему так сделали, чтобы он никуда не убил. Наверное, запаяли его так, чтобы с магазина не убежал. А, понятно все. Как он будет липнуть. У него ножки липучие. Да, у него липучие ножки. А ну, попробуем вот поставь так. Его. Вот, видишь, прилип сразу. А давай попробуем его прилепить на твой шкаф. Да. Обернись назад и прилепи на стену шкафа. Наверх. Я придумала, как это надо. Просто паук спускается. Спускается по стене? Да. Да. Вот, смотри, спускается. Я тут завяжу ему. Это мы потом попробуем еще у тебя в комнате это поиграть. Это такое чудовище, да? Прям. Ну что, Ярослава, это начнем? Это прям чудовище. Да. В стороночку его убери. И давай начнем сюрпризы открывать. Разрезаем пакетик. Только это надо, наверное, на полу. Нет, мы будем за столом. За столом? Да. Что же здесь интересно такое? Это, наверное, надо вот так. Бум. Здесь вот какая-то штучка внутри такая плотная. А ну давай. Давай. Кулачком по вот этой штучке стучать нужно. А ну сильней. Еще сильней. А ну давай я попробую. Ух! Шипит. Надувается. Я же так и думала. Да? Да. Ого! Как это он искры. Шипит, этот пакетик! Это искры! А еще он такой холодный стал! Да, небо клубовое! Это сюрприз такой, и там тачки, да? Какие тачки? Ну, нарисовано что там, машинка? Да, просто надо потрясти, и будет холодно! А если не трясти? То не будет холодно, да? О, он сейчас надуется, расправится и будет классный такой шарик. Из такого маленького пакетика получается вот такая вот игрушка. Давай следующий. Угу. Вот он пока надувается, а мы будем следующий. Ух ты! Этот принцесса. Ну давай, хлопай сильно. А у меня, вот такой сюда. Уже есть. Хлопай сильно. Оп. Ого. Шипит.
Еще такие блесточки внутри шарика. Там у нас принцесса Диснея. Можно взять этот шарик и повесить на веревочку. Украсить комнату свою, например, да? Давай еще один вот этот. А давай этот пакетик мы попробуем бахнуть, не открывая его. Просто ударить по пакетику и посмотрим, что из этого получится. Давай? Да, нет. Давай ты отойдешь в стороночку, вставай. Да. Становись рядышком возле стола, и мы попробуем такой эксперимент. Получится ли? Отходи, отходи от стола, Ярослава, а то вдруг бабахнет. Отходи. Выходи оттуда. Надувается, видишь пакет? Лопнет он или нет? Вот это фокус. Наверное, не лопнет. Пакет сильно плотный. Что-то не получается. Значит, давай его раскроем как-то. Бабахнул. Видела, как разорвал этот шарик такой плотный пакет. Садись теперь на место. Это Винкс. Это не Винкс. Это с Бакуган. Написано Бакуган. Фух, сейчас он надуется теперь полностью. Вот это да. Я хочу поиграться вот этой липучкой пока. Вот такие вот классные сюрпризы у нас вышли из пакетика. Прилипнет вот так вот. Прилипнет. Есть у нас принцесса Диснея, тачки и вот такой вот Бакуган. Всем пока, подписывайтесь на канал и полетели!